Отделением ГИБДД совместно с учащимися 5-й школы была проведена необычная акция «Живой голос», которая в прямом смысле призывала пешеходов и велосипедистов соблюдать правила дорожного движения. Акции совместно с учащимися 5-й школы мы проводим уже не в первый раз. Буквально была недавно такая акция, только посвященная движению с уважением, на прошлой неделе. В ходе акции школьники прошли по центральным улицам города, читая в громкоговоритель стихи различных авторов на тему безопасности дорожного движения. В основном учащиеся обращались к детям, которые зачастую ведут себя невнимательно на дорогах, подвергая себя опасности. На сегодняшний день, к сожалению, одной из самых острых проблем – это проблема безопасности дорожно-транспортного движения. И поэтому мы сегодня вышли на улицы города, где наибольшее скопление детворы, для того, чтобы обратиться к ним. Где улицу надо тебе перейти, о правиле помни простом. С вниманием налево сперва погляди, направо взгляни потом. Кроме того, школьники раздавали буклеты, призывающие быть внимательным на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих. Малышам дарили флажки. Мы призываем всех детей соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Также, чтобы они возвращались домой живыми и здоровыми к своим любящим родителям. Также мы хотим напомнить родителям, что дети берут с них пример и воспроизводят модель поведения на дороге. Акция «Живой голос» проведена в рамках месячника безопасности ГИБДД, который продлится до 5 октября.